Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Викана. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить никаких интересных раскладов, которые я буду делать. Итак, сегодня я хочу показать расклад «Брак». Он не длинный, собственно говоря, на 4 карты будет. Мы будем рассматривать мужчину, как он относится к браку. Какого же мужчину будем рассматривать? Ну, в принципе, мужчины, которые уже подходят к этой черте, у которых есть уже отношения с женщинами, да? И как бы уже пора подумать и о браке. Но замужем, как вы знаете, да, замуж-то выйти не напасть, вот замужем бы, конечно, не пропасть. Поэтому мужчина может как бы показывать себя с лучшей стороны во время букетно-конфетного периода, как я называю, либо вообще встреч, а может потом открыться совершенно с иной точки зрения. Есть вот такие понятия, когда мужчина может открыто вам что-то показывать, а с другой стороны, за спиной, вообще, в принципе, перед друзьями, либо еще где-то демонстрировать, совершенно рассказывать другие свои варианты отношений к этому браку. Вот. Ну и, в принципе, к вам, конечно, да, например. Поэтому все мужчины делятся на 4 знака зодиака. Ну, не считай 5-го, сейчас змееносец есть у стрельца. Но пока... Ну, не буду сейчас о нем говорить, про змееносца, там достаточно сложные такие характеристики у человека. Повезло, говорится, змееносцу, повезло стрельцу, который разделился на 2 эти знака. Но я сейчас не об этом. Я сейчас говорю о том, что мужчины действительно делятся на 4 знака гороскопа, у них есть поведенческий характер в браке, да, и отношение к браку по этим знакам гороскопа. Ну, знак гороскопа — это только 60%. А 30% – это в какой семье мальчик вырос, в какой семье мужчина вырос, и какие стиль поведения, какую картинку, какую историю своей семьи он видел перед собой, конечно, уже впитал какую-то долю. И женщина – это мать, это, как сказать, все-таки эталон поведения для жены в будущем, как он, как мама себя вела, например. Ну, там много об этом можно говорить, не буду сейчас распространяться, но темы все поняли, о чем я говорю. Ребенок, конечно же, смотрит на маму, на папу, да, и очень многие мужчины, в принципе-то, ищут на подсознательном уровне жену себе, похожую на маму все-таки. Вот как от этого не уйти, все равно это повторяется. Согласны со мной, либо не согласны, я не знаю. Ну, вот я вот это знаю таким образом. Итак, расклад «Брак». Здесь будет 4 позиции. Давайте рассмотрим. Кто хочет присоединиться, присоединяйтесь со своим партнером. Кто хочет, просто посмотрите, какие здесь есть пункты в этом раскладе и как я буду их проигрывать, как буду показывать. Если кому-то нужен такой расклад, либо другие расклады, которые я много делаю, можете обращаться ко мне. Все мои контакты под видео есть. И я сделаю вам тот расклад, который вы захотите сделать. Узнавайте условия. Пишите, звонить не нужно, я могу делать расклады, могу быть занята, я всех вижу, всех слышу, всем обязательно отвечу. Итак, первая позиция. Как ваш партнер относится к браку, к семейной жизни, в принципе, вообще не к браку, даже к семейной жизни. Потому что брак браком — это тот день, когда вы пришли в ЗАГС, придете в ЗАГС, и это какое-то событие, да, а вот семейная жизнь в общем. Как он к ней сейчас относится, хочется ли ему сейчас вступить в семейную жизнь, и вообще, как он ее вообще рассматривает для себя. Вот как раз вот эти 30%, про которые я вам говорила в семейной жизни, это история его семьи, мамы и папы, и как он, в принципе, понимает, что это такое. Вот такая школа жизни небольшая, где ребенок проходит в своей семье. Позиция по отношению к браку, которую открыто выражает. Открыто. Может быть, вам будет говорить, что такое хорошее, да, а открыто у него есть. Они же, знаете, вот с друзьями говорят, ой, да я там, то-то, сё-то, как говорится. Это его открытая позиция. Потому что не всегда человек может не перед каждым человеком открыть свою душу, особенно перед женщиной, чтобы ей нравиться. Далее. Представление мужчины об идеальном браке. Об идеальном браке. Вот все-таки у них есть представление вообще о браке, и что бы он, может быть, хотел, у него какие-то есть предпочтения. И рассматривает ли мужчина вообще, в принципе, женщину, которая спрашивает, либо которая смотрит этот расклад, либо которая загадала сейчас на этом раскладе свою мужчину. Рассматривает он, в принципе, ли женщину, присутствие женщины, и хочет он связать
браком свою жизнь с этой женщиной, ну, либо с вами. Итак, сейчас я открою все четыре карты, и мы посмотрим, что же нам все-таки покажет этот расклад. Ну вот смотрите, что я здесь вижу. Первое, как партнер относится к семейной жизни, в принципе. Позиция по отношению к браку, которую он открыто выражает совершенно. Представление мужчины об идеальном браке, соответственно. И рассматривает ли он вас, либо женщина, которая спрашивает, своей женой, например, да? Хочет ли он на вас жениться и вообще как в качестве жены рассматривает ли он вас в принципе вообще. Итак, как партнер относится к семейной жизни? Четверка жезлов. В принципе, второй – это карта семьи. Я могу сказать больше. Он уже готов к семейной жизни. И родители, по всей видимости, у него были очень хорошие. И картинку семейной жизни, историю семейной жизни он видел только с хорошей стороны. И поэтому он так и понимает, с чем вырос, он так и понимает, что семья должна быть из практически всех составляющих. Ни один пазл из этих составляющих выпасть не должен. И я хочу сказать, что у него очень позитивные отношения к семье, у него очень хорошие ожидания от создания своей семьи, и он видит себя в этой семье хорошим мужем, да, и он видит, что у него будут обязательно дети, хороший дом, и вот он все понимает, что должно быть в его жизни именно так. Прекрасно относится к семейной жизни, давайте будем так говорить, прекрасно. Позиция по отношению к семейной жизни, которую он, в принципе, открыто выражает. Он так и говорит своим друзьям и везде, и, возможно, даже женщине, говорит, что да. Он так относится, он качественную хочет семью иметь, но дело в том, что доминировать в семье будет он. Вот это его позиция. Он хочет быть главой семейства, он хочет зарабатывать, он хочет управлять семьей, и он хочет быть главенствующим в этой семье, и он хочет быть хорошим мужем. Это аркан императора. Аркан императора – это очень хорошая, честная карта достаточно, выражающая такое мужское эго. И это человек, который действительно понимает, зачем он хочет жениться, да? И он все прекрасно осознает, и свои роли в этой семье он осознает. Достаточно все по-честному, пока я вижу. Далее. Представление мужчины об идеальном браке. Об идеальном браке. Тройка кубков, очень легкая такая достаточно карта. Идеальный брак для него, вот именно по этой карте я вижу, что все должно быть легко, все должно быть непринужденно. Но это всего лишь представление, мои дорогие друзья. Вот видите, здесь у него семья, да? Но в принципе, по этой карте, вот идеальный брак для него просто вот должно быть все вот так вот парить в воздухе, как говорится, все исполняться по мановению волшебной палочки, все должно удаваться, отношения должны быть вот такие легкие, безоблачные, чтобы никаких скандалов, руганий нет, потому что эта карта показывает, что это что-то такое безоблачное, это что-то такое прям красивое, это что-то такое идеальное, это что-то такое прям чуть не песникает с плясками, прям, как говорится, там все так прекрасно должно быть в этом браке. У него очень хорошие, позитивные отношения. Он очень... Представление, вернее. Он представляет, это какая-то даже эйфория. Почему? Потому что это эйфория, потому что он готов к браку. И он рассматривает семью очень в позитивном ключе. И ему так кажется, что все так и должно быть. Все так и должно быть. Он не хочет обмануться в этом, но... Что самое интересное, этот брак, он хочет тоже участвовать в нем и управлять в нем, да, и предложить свои усилия по императору. Он не просто хочет, чтобы это по мановению волшебной палочки, он хочет создать вот такую ситуацию, чтобы так и произошло. Далее, рассматривает ли мужчина брак с женщиной? Вот здесь у него, я вижу, король мечей. Король мечей показывает, что у мужчины есть принципиальные требования. И это неудивительно, потому что мы во главе этого картины, в главе, мы видим, здесь лежит аркан императора. Он пока еще не готов к браку с вами. Почему? Потому что он к вам присматривается, во-первых. И у него есть такой, знаете, списочек, на который он вас сейчас проверяет и рассматривает.
обязательный списочек. Но как же вы хотели, если иметь вот такой брак, нужно, соответственно, очень хорошо подготовиться. Это говорит о том, что он очень ответственно будет подходить к этому браку. И просто так, как говорится, он не пойдет в ЗАГС, чтобы просто так, да, вот что есть, то и есть. Нет. Он, возможно, вас будет проверять. Он выставит вам ряд условий, либо должен выставить со временем, да? Вот. Но на просто так он жениться не согласен за то, что он имеет. Поэтому, возможно, он будет проверять, ну, как на хорошую хозяйку, как умеете готовить, да? И также, как говорится, есть доля ревности в этом, да? Он будет понимать, как вы относитесь к другим мужчинам, не будет ли потом такого казуса, что вы можете там пойти налево либо направо, да? Вообще, в принципе, король мечей всегда показывает такого мужчину требовательного, очень требовательного. Поэтому вот такой расклад я вам показала. Называется «Брак». Кто хотел, присоединились, посмотрели. Для кого, может быть, нужно заказать отдельный расклад, обращайтесь. Еще раз повторяю, все контакты есть под видео. Я посмотрю, как этот расклад и как множество других. Всего доброго. С вами была Викана. До новых встреч. Будет еще много других раскладов.